Наследие цивилизации драконов. Я разговариваю с тобой как с другом, а ты прячешься от меня. Адам, Адам, зачем ты прячешься от меня? Я все равно вижу тебя. Это Ева виновата, это она дала мне. Адам, Адам, ну ты же главный. Ты был вылеплен из праха земного первым. Тебя ослепил я. А она твоя плоть, как же она может быть виновата, если она – это ты? И вы – это одна плоть, двухголовая плоть. Ну, это в целом дракон, да. Немного недодракон, без третьей головы. Двухдушный дракон, где каждая голова имеет свою собственную волю, но последствия волевых поступков переживаются в одном плотяном теле. Ты спрятался, дрожишь, дрожу и я. Придумываю причины для своей дрожи. Я недоверчиво тревожусь. Ломает и тебя. И ты уже раскручиваешь волчок своих мыслей, чтобы наполнить своим содержанием эту зудящую в твоем теле тревогу. И выпускаешь пчел из своего улья, чтобы они повторно летели ко мне. Так и живем, не чуя тишины и пустоты. Пора уже горнам с тобой гармонизировать друг друга. Так миф об андрогине – это наследие цивилизации драконов. И мы разрублены были богами не до конца. Лишь в этом мире нас двое разных, а в других мирах мы безусловно.